Посмотрите, можно? Да, пожалуйста, разрешите. Тогда меня посмотрите, я потом разрешу. Да, пожалуйста. Книжку подсолюжаться? Да, конечно. Вот. У меня будет время, когда будете стричь, я скажу газетку возьму. Хорошо? Хорошо, пожалуйста. Пожалуйста. Где же твой папа? Ходит. Вообще-то мой папа на работе. А этот дяденька просто подошел ко мне на улице и сказал, что знает одно местечко, где можно бесплатно подстричься.